соблюдению правил и не смог присутствовать на нашем заседании. Конечно, будет мнение дать свои комментарии по сути происходящих в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края 5-го созыва. Тушар Моисович является нашим коллегой, он является членом МИДИ. В одном МИДИ получено или в другом, они как будут, давайте нам более... Безусловно, его можно и нужно выслушать комитету с тем, чтобы... ...сателей и Законодательного собрания Приморского края проинформировать о данном решении. Это разные вещи. Решение принимать сегодня нужно, плюс еще с дополнением. Необходимости его надо провести, принять решение по комиссии. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса. Это применение насилия в отношении представителя власти.